Слушай, ну здание здесь ни при чем, я не сразу говорю. Че? Здание здесь ни при чем. Здание. Ну конечно там ты, блядь, не портачил. Я не говорю, мы все реально слилось нахуй со зданием. Блядь, я не знаю, как будет-то. Вот ты зашел. Вообще, сейчас тебе пизни дам. Сука. Че уж уйди такой анимация? Здесь все под контролем. Так. Все под... Что? Все под контролем. Че, полетели? Давай, продавай эту хуйню. Какую хуйню? Вот эту вот, которая там стоит. Какого? Где ты что-то видишь? Это, открывай давай свои, я сейчас отстрою свою. Открой, и я вся сяду. Нормально. Бля, я же не найду, кого-то же сидит. Я где-то открывал. Погоди. Сейчас все будет, я открою здесь. Где ты видел здесь какой-то момент? Сука, пиздец. Я же где-то... Вот, блин. Во-во. Нет. Где ты его здесь открывал? Сейчас мне призайти опять надо будет. Во-во-во, открыл, открыл, открыл. Открывай свою. Сейчас мне призайти, говорю, надо. Слышь? Чё? Я всю жизнь. Только не заводи, блядь. Убью нахер точно. Слышь, я в самолете сижу, в самолете. Да нет, слышь. Вот ты сейчас сядешь, мы одновременно заведем. Слышь, а если гранату кинуть под нас? Слышите, блядь, кинуть? Ты так-то боишься, тебе придумали, убью тебя специально. Да, мы же в сейф зоне, ничего не будет. Нам ничего не будет от техники. Ты понимаешь, что я не могу стоять, я в машине сижу на пилоте, я нихуя ничего не вижу. Меня отлично, сиди дальше. Ой, 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 блядь. Что сделал? Слышь, сука, мой самолет. Я сейчас, блядь, застрелю. Что это получилось? Что быстрее не защищается? Чёрт, дебил, блядь. Сука, ты посмотри на него. Слышь, иди, блядь, продай свою хуйню. Погоди, у меня подзависло. Вот, сука, он весь в хозяина эти. Иди продай, блядь, говорю. Как хозяин такой самолет. Иди, блядь, продай, говорю, слышь. Ебаланка. Заводи его. Завел его? Стой, стой, тихо, тихо. Стой, блин. Тихо, ты. Ты это, блядь, видишь? Ебай. Ну, сука, взлетай давай. Видел, видел, вот. Бля. Блять, надо, чтобы он это опустился. Слушай, ебан, давай справляйся, ладно. Не до сих зоны там. Не до сих зоны, ебан, только надо хуй вертолет. Ой, блядь. Слушай, Дёс, давай справляйся. Уфи, не люблю писал. На сезон был и стоять, если. Да вот он это знает. Тихо, ты сейчас сдохнешь. Иди на звезду, блядь, чтобы меня не разбили, тебя по руке потолкнуть. Тебе надо это, меня на, мне на хвост сесть, чтобы я как бы это упал. Ты так что на звезду, сука. Я уже слезы, что ты. Я сразу сижу, блядь, вытираю руками, блядь, слезы.
Ты там отфирмится видео. Слышь, как будто... Что ты залетаешь, идиот? Так самолет у меня получился, они к ним вернулись. Толкни меня. Кончилось. Блять, я не хочу. Что делаешь, блядь? Ты меня толкни. Блять, если бы не разбили потом. Давай, давай, друг дружку. Блять! Сука! Вот! Ты жив? Я взорвался. Ты жив? Живой, я взорвался. У тебя дымится нахуй. Ну что делать? Иди, я серьезно, иди, сейчас я куплю вертолет. Бери вертолет, иди. Сейчас подборю такие. Ой, ёпта. Блять! Блять! 36 тысяч, сука, перевернулись. Ты живой? Я-то живой. Слушай, у тебя еще деньги остались, да? Пять тысяч у меня осталось. Пять тысяч? 5700, а там только самолет получается, как самолет. Вертолетики можно маленькие купить, кстати. Это не вертолетик, это самолетик, который я покупал, если скажу. А, вот этот, как я покупал. 3600, вот, стоит. 3600 это, который самолет я покупал. Да? Да, а 4500 это тоже. А вот вертолетик. Ой, нет, они вообще по 90 тысяч стоят, посмотрите. Ай ты, блядь, а, Вася. Он же вместе, да? Да, вместе. Камил, Арика. Слушай, машины ничего, блядь, нету. Погоди. Не, ну-ка, еще есть шанс. Он же живут внутри самолет, да? Короче, смотри, что делаешь. Отогнать сможешь на ты? Кого? Короче, покупай этот вертолетик маленький, я на него сажусь, лечу, продаю пушки. И прилетаем, мы покупаем что-нибудь нормальное за 10 тысяч. Ну, еще один вертолет. Один. У меня пушки есть, кажется. Открой его, главное. Это ты за сколько купил? За 4500. Уйди, я проверить. А что это? Это вертолет. Ну, вот он взлетит сейчас, да? А созависание есть? Нет. Нет? Это же, это второй лицо. А попробуй это нажимать на S, чтобы взлетать. Ну или дай я. А какие он ноут? Обвиняйся так вот. Мы сможем попнуть, нет? Или все это не знаю. Что со мной? Слышь, ну его нахуй, без шутки берем. Дай я попробую. А это взорвался. А где тут? А нет, вон он стоит. Ну да, он взорвался. Во-во, смотри, я полетел. Я знаю, что летит, где ты? Ты где, блядь? Я знаю, что он летает, ты чё? А ты чё там делаешь? На сетах на них. А? Я на этом самолете. Блядь, я уже поворачиваю никто не сейчас, короче, слетаю, продам эти. Ох, пиздец, я иду. Выйти нахуй. Идиот. О, а что значит на выяснить? Всего лишь я вертолет, так все пытался сиснуть. Я еще дальше видел, ел как-то надо там мусор. Иди, блядь, я говорю, продавай его. Кончил, да? Я еще... А подожди, интересно, ты видишь, что это человек? К тому, он уже не в зоне. Все, он уже не в зоне, мы не сможем понять. Тот самолет. Пошел на зону, он вышел на зону.
Я так вертолетик поставил, нахуй, так и пиздец пришел. Я еще видел, блин, как он там носом, нахуй, пахал, сделал, не видел. На самом деле, типа, блин. Чего? Я, короче, скриншот сделал, как там носом пахал. Блин, у меня еще и браузер был запущен, нихуя. Блин, короче, там где-то канал, нахуй.